сегодня среди прохожих мы проведем конкурс «Деньги, сила или удача». Я нахожусь в парке, где очень много народу, поэтому поехали. Видите, здравствуйте. Малыш, ты хочешь сфоткаться со мной, что ли? Вы не хотите принять участие в конкурсе «Деньги, сила или удача»? Ну, давай поиграем. Смотрите, сначала между собой мы ставим ставку вот 10 тысяч. Если вы выбираете деньги, то мы берем все ваши деньги, которые у вас есть на карте, и наличка с собой, и мои. Кто будет больше, тот и выиграл. Ты, видимо, меня не узнала. Я рэпер, я не беру с собой деньги никогда. Потому что все эти малышки только хотят от меня бабла. Может, удачу? Что-то нужно делать. Если удача, то играем до трех сулифа. А, сулифа, как огонь, вода. Да, типа того. Прикольно. Что там еще есть? Ну, если сила, то мы с вами меримся в игру пальцами. Вот так вот. Ну, давай все-таки деньги. У меня сейчас есть кэшом 2000. У меня сейчас будет 1300. Ты знал, что я выиграю. Я перебогатый люди. Теперь тоже нам 10 тысяч. Ну, или, может быть, сходим куда-нибудь? Нет, спасибо. Ну вот мы проиграли наши первые 10 тысяч, но мы не сдаемся и поехали дальше. Видите, не хотите принять участие в конкурсе «Деньги, сила или удача»? Что? Вы не хотите принять участие в конкурсе «Деньги, сила или удача»? Не поняла, что это такое. Смотрите, условия очень простые. Вы выбираете либо деньги, либо силу, либо удачу. Если вы выбираете деньги, то мы ставим друг другу 10 тысяч. Дальше я беру и показываю вам деньги, которые есть у меня на карте и с собой, и то же самое делаете вы. И у кого больше, тот и выиграл. Обыграть меня решила. Главное, как не стыдно, я же пенсионерка. Вы не поняли, если у вас сейчас окажется больше денег, чем у меня, то вы выиграете 10 тысяч. Также есть еще две позиции в конкурсе, это сила или удача. Сила — это игра в пальцы, вот такая, а удача — это сулифа. Что это такое? Лима. Сулифа вы имеете в виду? Да, да. Ну, камень, ножницы, бумага, сулифа, и выбираете либо камень, либо ножницы, либо бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага, сулифа. Я выиграла. Поздравляю, вот ваши 10 тысяч. Ой, спасибо вам, спасибо. Главное, чтобы меня потом вот эти деньги не сняла как-нибудь. До свидания. Сегодня мы проиграли уже 20 тысяч. Понравилось ли вам наше новое шоу и хотели бы вы с участником этой программы? Все, ты можешь врубать камеру.